Всем привет! А перед просмотром я хотел бы вас попросить поставить большой палец вверх и прокомментировать видео. Чем больше лайков мы наберем, тем быстрее выйдет новая серия и тем будет лучше. Ребята, вы себе даже не можете представить, как один лайк или положительный комментарий может повлиять на меня, дав мне больше силы, больше энергии, улучшенное настроение для того, чтобы записать новое видео как можно быстрее, записать его для вас, выложить его как можно быстрее, потому что я для вас стараюсь. И за это, ребята, надеюсь, что вы также будете мне выделять помощь, тем самым ставить лайки, комментировать, делать меня более энергичным, радовать меня, давать мне настроение. И я буду больше стараться для вас, потому что я буду знать, что вам это нравится, вы хотите больше серий, и вы хотите продолжения, ребята. Я надеюсь на вашу поддержку, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, это 138-я серия, то есть, ребят, как я говорил, если мы постараемся, то сезон у нас закончится на 150-й серии. Но вот то, что, ребята, хрень. У меня почему-то пропала вся карта, что я летал, я не знаю почему. Наверное, потому что я заходил на другую карту, и на той карте обновилась вот эта карта, а на этой... пропало, я не знаю почему. И сейчас, ребята, нам нужно найти биом. То есть нам нужно найти биом для Иви. Я не представляю, где он. Он где-то вот тут, что ли, находился. Минус 9, давайте минус 10 тысяч, 7 тысяч. Минус 10 тысяч, 75, 7 тысяч. Нам нужно найти, ребята, этот зимний биом. А сейчас я даже не представляю, где он может быть, если честно. Ага, вот это хрень, если честно. Вот такая подстава, да, то есть под конец сезона нам нужно пойти в зимний биом для того, чтобы... Минус 12 тысяч, 11 тысяч. Чтобы эволюционировать Иви, да? А сейчас у нас, ребята, его нет, в смысле мы его не можем найти. О, там Шайни. Кто там был Шайни? Иди сюда. Ребят, я включил гейммод, потому что я так тпшусь и просто... умереть легко, если я куда-то стукнусь там в лаву или еще куда-то. Но это летающий, он быстро летает, да, стараю, поэтому он нам не нужен. Ребят, я себе не представляю, где вот этот биом может быть. Давайте минус 8, хотя вряд ли там, конечно, он будет. Но давайте минус 7000, 75, я не знаю, 1000, давайте попробуем. Эх, офигеть, ребят, вот подстава, а. Я просто зашел на другую карту, чтобы посмотреть вот это. Ну, просто зашел на другую карту, мне что-то там нужно было посмотреть. И сейчас, ребята, вот такая хрень, что вот тут карта тупо испарилась. То есть все, ее уже не видно, она пропала, и заново нужно ее открывать. Ну, как видите, охренеть прям. Нужно ее открывать сейчас будет. Где? Он где-то, ну, вот тут наш дом, вот тут. Где вот эти три точки открытые. А вот это у нас... Хотя, ща, ребята, давайте вспомним. Минус... Нет, тысячу... Минус 840-75, 1412. Да, это наш остров. То есть я даже координаты, ребята, помню. Не будем мы нападать на него. Ну, в принципе, у нас тут есть телепорт, но все же. Что координаты я помню. Ага, то есть вот тут он где-то. Минус 3000, 2000. Давайте попробуем. Минус 3000, 2000. Он где-то вот тут 100% должен быть. Да! Отлично. Ой, как раз мы так тпхнулись. Ребят, я извиняюсь, просто я действительно вот так бегал и перезашел на какую-то другую карту, что-то хотел там посмотреть. Или много у меня карт было, я хотел удалить, потому что куча карт было. И поэтому там карта начала прогружаться, тут она тупо испарилась. Не знаю почему. Так, Иви. О, ты где? Иви! Вот. И... Ой, хренак тебе, Иви, давай эволюционируй, Глосион. И все, у нас уже вроде даже больше Иви. И, ребята, знаете что? Мы начнем делать Мьюту, то есть мы начнем делать для нее клон-машину. Тогда, когда мы уже докачаем полностью четвертый бокс покемонов. То есть это последняя команда, и потом уже идет четвертый или третий? Четвертый. Глосион. И когда мы его докачаем... Че? Давайте домой. Сейчас я, ребята, посмотрю, какой там у нас бокс.
Да, это четвертый бокс, и это последняя команда в четвертом боксе. Когда мы ее выложим, у нас уже пойдет пятый бокс. Давайте, когда мы выложим четвертую команду из пятого бокса, выложим первую команду, у нас потом еще вот эти четыре останутся. То тогда, ребята, мы уже себе начнем делать клон-машину, сделаем себе Мьюту, потом еще Порygon'а нужно будет эволюционировать, можете вроде еще одного словить или что такое, и потом, ребята, мы будем вот это уже. И после этого мы себе сделаем Мьюту и прокачаем еще легенд. На легенд, ребята, мы, наверное, сделаем то, что... Сейчас дайте я возьму, а то я и разговариваю, и что-то хочу сделать, не понимаю, что. На легенд мы себе сделаем Блисси сотого уровня. То есть Блисси я потом поставлю спан, чтобы они спанились сотого уровня. Потому что вот так это будет очень долго, если мы... легенды там уже сразу 70 уровня, да? А это будет, в принципе, очень долго, если мы будем вот так легенд 70 уровня качать на 30-х Блисси. Потопали, ребята. Я не знаю... Ой, 5 алмазов, я чуть опять не забыл. 1, 2, 3, 4, 5... Так, я даже, ребята, сейчас не знаю, сможем ли мы вообще кого-то убить. Первый у нас идет Дактрио. 60-я Блисси, это чересчур. Вот 30-я Блисси. Если ее сможем убить, тогда мы сможем... О, отлично. Дактрио нас выручит, ребята. Ух, охренеть, сколько опыта. Так. Но тут уже, знаешь, тут как-то пофиг, что тебе изучать. Я понимаю, Киндмир. Ну, давайте все-таки на Дактрио. Дактрио нас выручит. Ух, нифига себе. Хрен у нас выручит. Поэтому, ребята, убегаем. Если сможем, конечно. Так. Хил. Дактрио. Ну что, потопали. 43-я. А это там какая... А, она с Квиртлом бьется. 60-я. Ух, 60-я Блисси. Вряд ли мы, конечно, его убьем. Ее убьем, точнее. Она еще и хилится. Да. Жинкс, я вообще, ребят, не знаю, сможет ли она что-то сделать. Вряд ли, конечно, да. Блисси еще хилится. Еще очень быстро, ребята, нападать на 60 уровень Блисси. Нужно как минимум 40-й уровень Дактрио, чтобы нападать на такую Блисси. Так. Опа, Нидоран Фемейл эволюционирует. И потом вроде она еще эволюционирует с помощью Мунстона. Мунстон у нас есть. Ох, ты же пастик крутишься тут возле нас, а. Смотрите, как ему там прям насолили. Там килограмм соли в попенцию его засыпали, что прям крутится, вертится, танцует возле нас. Напасть хочет. Мудачина, 50 уровень на 10 нападает. Иди нафиг. И ты тоже иди нафиг. У нас Анори 14... Я сказал, иди нафиг, а у нас Анори 14 уровень. Ребята, смотрите, у нас Дактрио 31, Фарфетч 49, Джинк 43. То есть у нас команда уже практически прокачана. О, как раз, вот ты нам и нужна. Ты нам толстушка и нужна. Иди-ка ты сюда. 32 уровень. Потому что, ребята... О, там еще Шани, сейчас посмотрим, кто это. Эд Пауэр. Да иди ты нафиг, а, Киндлер. Ну что вы такие... А, уже и Шани пропал, да? Отлично. Ой. Так, вот. Сейчас Дактрио. Ух, 43-я Блисси. А, нет, смотрите, 43-ю Блисси мы уже тоже двух ударов убиваем. Ну, давайте вот так. 60-я Блисси. О, 45-я. Давайте, если убьем 45-ю, убьем. С двух-трех ударов. Двух. Норм. Так, метал тоже нужен. Он вроде тоже... О, шаботишка. Может, ребята... В последних сериях сезона устроим небольшое голосование. Какого стартовика вы хотите видеть в новом сезоне? То есть, какого стартовика лучше всего взять? Потому что, ребята, если честно, даже не представляю. Многие люди мне писали, что не бери Чармандера, потому что Чармандер был практически во всех сезонах. И поэтому
будет уже чересчур, если Чармандер будет в каждом сезоне. Это, можно сказать, самый начальный стартовик, который только есть. Я его всегда беру. Не, ну, в принципе, он прикольный, да, но сама суть. Так. Ребят, то, что я подумал, смотрите. У нас всегда почему-то были стартовики огненные. То есть у нас где-то 2-3 раза был Чармандер. Вроде 3 раза Чармандер был. И в этом сезоне у нас Чимчар был. Вроде вот так. То есть в каждом сезоне у нас вот этот стартовик идет огненный. То есть я всегда огненных беру. Может в следующем сезоне взять водного или того же травяного, например, взять Ашавота. Или еще лучше Маткипа, да? То есть я могу взять, например, Типига, да? Или я могу взять там кого еще? Торчика, да? Но это все равно получается огненный, да, там огненный с файтом получается, потому что у Торчика потом будут и файт, и огненные атаки. Но все же, сама суть получается, что это огненный покемон. И каждый раз брать огненного покемона как-то не очень хочется. Поэтому, ребят, я думаю, может давайте водного, например, того же Маткипа будет офигенно. Он и водный, и он и земляной, то есть им вообще офигенно будет прокачиваться. Потому что у него и Earthquake будет, и это, в принципе, офигенно. И, или, например, Ашавота взять, или даже того же Бульбасавра взять, или, я не знаю, Чикариту, или Снайви. Да там куча всяких стартовиков, поэтому, ребята, я так сижу и думаю. Наверное, потом в последних сериях этого сезона мы сделаем такой небольшой опрос в группе ВКонтакте, где будут все стартовики, и тот стартовик, который больше всего наберет голосов, наверное, того мы, ребята, и возьмем. Потому что в этом сезоне выбор, ребята, я предоставляю вам. То есть не в этом сезоне, ну, в новом сезоне. Фу, ну, сейчас, ребята... Сейчас, ребята, нам нужно об другом думать. Нужно успеть за 10 серий или за сколько там? За 12... Нет, не за 12, потому что последняя серия, то есть 150-го... 150-я серия, можно сказать, если мы успеем до 150-й серии, это уже должен быть финал, то есть подведение итогов, вывод и все такое. То есть в последней серии мы уже качаться не должны. То есть на одну серию меньше. За столько там 11 серий или там сколько серий, мы должны, ребята, прокачать всех наших покемонов. И плюс к тому, ребята, мы должны еще сделать машину для Мьюту, которая, ну, и прям очень легко делается. Ну, как? Там нужно около 10 вот этих... Как его? Около 10 обсидиана, изумруд там нужен. Еще сделать 2 фосил-машины, что, в принципе, тоже долго делать, можно и так сказать. Ну, не быстро. Поэтому, ребята, нужно потом будет сделать. Так, иди ты нафиг, а? И ты иди нафиг. Так, вот. Ну что, ребята, 2 уровня еще Дактрио осталось. И опять ты хочешь там на нас напасть, зараза, жопастые. Еще, Блисси. А, все, Дактрио уже 60 уровень. Замечательно. Фарфетч. Какой там Фарфетч? 52-й, да? 52-й, потом Глассион 36-й, Нидорин 37-й, Джинкс. Какой? Какая? 47-я. Если мы еще прокачаем Джинкс, это будет офигенно. Но ее действительно, я не знаю, нужно, ребят, сейчас посмотреть. Бодислам, я помню, изучил. Опа! Еще один спаситель команды. Мне кажется, да, Джинкс тут, не скажу, что прям тащит. Толками не попадает. Ну, в смысле, она спит там, усыпили ее или что-то такое. Но, все-таки, так, это тогда сюда. Это тогда сюда, это тогда сюда. Нужно еще, ребята, прокачать Джинкс. 48 уровень. За эту серию, ребята, мы должны прокачать эту команду. И взять уже новую. В следующей серии мы должны прокачать новую команду и взять еще одну. Так, что там? И взять еще одну, ребята. И после того, как мы еще одну серию прокачаем... Вот тут смотрите, ребят, как оно нифига себе наносит урона. Ну, в принципе, он еще и баг, ну, понятно. То есть, вот эти стил атаки нормально урона наносят, поэтому пускай. Прокачаем серию, что я сказал. Прокачаем новую команду.
то, ребята, мы уже беремся за создание клон-машины. Смотрите, сколько их там крутится, вертится, как они на Анориты хотят напасть. Так, ладно, Джинкс, давай помоги там Анориту, ты как раз 49 уровень. Псай. Ну... Да, 58-я Блисси, конечно, ее долго бить. Это же не Эртквик, но... по чуть-чуть, да и додолбим, ребята. А там у нас, ребята, даже, если честно, не так уж и много покемонов осталось. Если посчитать, то у нас там около... около 6 легенд. То есть, сколько там команд осталось? Не так уж и много. Что, в принципе... Нужно уже, ребята, создавать потихоньку клон-машину, потому что там уже в скором времени пойдут только легендарные покемоны на прокачку. И я потом, ребята, еще... О, Анорит эволюционирует, класс. Ну, отлично. Я потом еще покажу, как создавать такую ферму покемонов. Это, в принципе, проще простого, там тупо один блок поставить, чтобы они спавнились. Но не все знают, то есть, что там, пару секунд создавать то, чтобы они спавнились. Но, походу, не все знают, поэтому, ребята... Потом я покажу. Отлично, Армалдо. Ну вот этим ты не очень так сильно бьешь. Ты 41 уровень. Давай Жинкс, ребята. В этой серии мы должны еще Жинкс прокачать 100%. 100%. А остальных там Анолитов... Ну, в принципе, мы вообще в этой серии, ребята, команду должны эту прокачать 100%. А не только Жинкс. То есть 100% мы ее должны, ребята, прокачать. Чтобы взять уже новую команду. И в следующей серии уже за нее браться. Вот. Так. Яички тут куча. Фу, Блисси. Давай, точнее, Жинкс, давай. Тебе еще 9 уровней. Поднажми. Потом мы еще быстренько Анорита прокачаем. Он, в принципе, мне кажется, тоже тут нормально справится. Так, отлично, 10 тысяч опыта. Потом Анорита, и все, ребята. Мы уже, походу, сможем прокачать с помощью Rare Candy, потому что там Farfetch остался. Опа! Иди-ка ты сюда, 70 уровень. В принципе, если она нас сейчас не усыпит, если она не будет хилиться, то мы ее сможем убить. Но, как видите, эта зараза всегда хилится. Один хил у нее уже сразу full HP. Нифиг, то есть ты не била. Тут за один раз так захреначило, что... Да. Слушай, харе хилится, но не бесконечно же у тебя хил там должен быть, а? Ладно, раз ты такая зараза, давай тогда Дактрио. С двух ударов, ну ладно, трех. Фух, отлично. Да харе уже. Еще раз. Отлично. Слушай, а, ты, зараза. И ты тоже. Харе нападать. Так, дальше, ребята. Дальше, быстренько. Убили Жинкс, поэтому опыта ей с босса не дало. Поэтому нужно сейчас догнать это быстренько. 7 уровней ей еще осталось. По сути дела, это быстро, то есть около 10 Блисси, мне так кажется. Даже может чуть-чуть, ну хотя... Итак, ребята, и на этом моменте запись как-то оборвалась и тупо не записалась. Или меня на компе что-то... Я, короче, ребят, вообще не в курсе, но тупо не сохранилась. Там видео должно было идти около 25 минут, но оборвалось на 17 минуте. И что самое прикольное, это то, что... У меня как-то откатилось весь майн, в смысле, покемоны. Я уже взял новую команду. Ребят, какая хрень произошла? То, что все, я уже закончил видео. Там где-то на 26-й минуте эта серия должна была закончиться. Все, мы уже прокачали вот эту команду, которая сейчас у нас есть. Вот эту команду мы уже прокачали. Мы ее поставили в компьютере и взяли себе уже новую команду. Но произошла какая-то хрень, то, что у меня... Ну, я, ребят, вообще не знаю, что это, но тупо не сохранилось. Сохранилось только половина видео. И почему-то откатился майн. Но это всегда бывают такие заскоки. То, что мы прокачали... Ребята, мы прокачали Фарфетчта к 60-му, Армалду, Дактрио и Жинк к 60-му. И потом у нас на Глассионе
и на Нидорине нам осталось прокачать по 10 уровней, но сейчас почему-то 12. То есть мы на эту команду потратили только 20 раркенди. Но, как видите, ребят, у меня почему-то это все откатилось, и поэтому сейчас нужно заново их прокачивать. Ребят, я извиняюсь, но я сам вообще не догоняю, почему это произошло, и почему вот такая, какой-то откат произошел или еще что-то. Поэтому, ребят, я вообще не в курсе, я извиняюсь. Вот так мы уже ее прокачали, команду, мы уже пришли домой, я взял камень эволюции. Вот, даже камень эволюции пропал. Было 3 камня, я взял 1, стало 2. Сейчас было 2, я взял 1 и стало 1. То есть, как что-то откатилось, что-то не откатилось. Я не знаю почему, ребят. Так, даже я сейчас вот зашел. Вот сейчас я зашел, мне опять написал, что я выиграл ачивку проверить инвентарь. И у меня все ачивки откатились. У меня даже ачивки Пиксельмона откатились. Вот тут 10%, 20%. Бред какой-то, ребята. Ладно, я думаю, ребят, ничего страшного. Я надеюсь, вы меня поймете и поддержите, потому что я, ребят, вообще не в курсе, что это за хрень произошла. Надеюсь, сейчас такого не будет. Почему оно вот так откатилось и почему вообще оно так стало? Или у меня просто комп перезагрузился и не сохранилось видео, еще и мально откатился, или что-то в тот момент заглючило и не сохранилось. Ребят, разные есть фишки, вы сами знаете, что у каждого компьютера свои причуды, и на каждом компьютере всегда случается какая-то хрень. Да, в принципе, не на каждом компьютере, а всегда может какие-то странные лаги быть. Но, в принципе, ладно, ребята, уже пофиг. Уже прокачали эту команду, да, и пофиг. С лагами, не лагами, с багами, перекидом и все. Короче, ставим ее на... Ой, нет, назад. Это же нужно взять. Так. Я, ребята, извиняюсь, честно, еще раз. Ну, ладно, то есть уже прокачали так Ой, что-то я не понял. Ага. Вот так. Все, ребята, поздравляю. 4-й бокс у нас заполненный. Остался 5-й бокс. Я, ребят, не знаю, сохранится ли это или нет, но я сказал на начале серии, что когда мы прокачаем 4-й бокс, и когда мы прокачаем первую команду с 5-го бокса, то тогда, ребята, мы уже начнем делать клонированную машину, ну, машину клонированную для Mewtwo. То есть нам еще, ребят, сейчас осталось прокачать одну команду, и мы уже начинаем делать Mewtwo. Главное, чтобы потом еще Mewtwo сделать, а не Ditto опять получился. Ну как опять, вроде, еще у нас не получался, но ладно. То я не знаю, ребят, давайте сейчас посчитаем, сколько у нас тут получится команд. То есть, 1, 2. Это откладываем сюда, потому что Пласл, и тут еще Майнун. Вот, и Майнун у нас есть, это просто Шайни мы словили, я потом заменю вот тут в первых командах обычный, вот, на Шайни, это я потом заменю, поэтому сюда, ребята, даже не смотрите. То есть, это если вот сюда переместить, у нас, ребята, осталось 1, 2, 3, 4, 5, 5 команд обычных покемонов, и потом, ребята, еще вот тут у нас идут легендарные покемоны, потом еще... Извиняюсь, потом еще сделаем Mewtwo и Гроудона. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ребята, нам осталось 7 команд. 7 команд это около 7-8 серий. Нам еще осталось сделать Mewtwo и потом, ну, сделать Mewtwo, потом прокачивать, поменять спаун Биси, чтобы спаунились 100 уровни Блисси, а не вот 60, потому что на легендарах все-таки нужно побольше прокачивать. И все! Ребята, нам осталось 7 команд, то есть до 150 серии мы закончим этот сезон. Надеюсь, что 150 серия это будет окончательная серия этого сезона. И, ребята, мы начинаем новый сезон. Я не знаю, ребята, еще раз повторюсь, я не знаю, сохранится это или нет, но я, наверное, говорил то, что я не знаю, какого стартовика выбрать, и потом я в группе сделаю голосование, потом в следующих сериях я объявлю, когда это будет, чтобы, ребята, предоставить вам выбор, каких... Точнее, каких стартовиков вы хотите увидеть в следующей... Какого стартовика вы хотите увидеть в следующей команде. Так, ребята, я не помню, кого я брал. Вроде вот так у нас было. Тут у нас Райхорн был. Тут вроде вот так, вроде вот так, вроде вот так. На первом месте я не помню, кто... Парас был, точно. Вот это обрезалась эта часть. Ну, ладно, ребята, давайте на этом закончим. Я еще раз, ребята, прошу прощения за то, что обрезалось, за то, что не сохранилось, за то, что вообще произошел какой-то баг. Баг, но я думаю, ребята, ничего страшного. Надеюсь, то, что вы меня поддержите и просто поставите лайки. Не забываем, ребята, чем больше лайков, тем лучше. Если наберем 300 серий, то новая серия выйдет быстрее. Вы поддержите меня, порадуете меня. Ребята, еще раз всех с наступающим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.